А почему ты не разговариваешь? О, Мисаки-кун, доброе утро. Доброе, Дим. А почему Саги-сан не разговаривает? Эх, утром он проснулся без голоса. Даже неизвестно почему. Продуло, может быть. Мычит, что горло болит. Угу. И зачем ты тогда куришь? Фу, какая. Дай сюда. Хорошо. Я его, кажется, понял. Сказала, дико ты, Мисаки, на все четыре стороны, главное, отцепись от меня. Эх, что за человек ты такой? Арегато! Арегато, Саги-сан! Вкуснятинка! Ням-ням-ням! Ням-ням-ням! Димыч, ты свинья! Доброе утро, Мисаки-няшка! Доброе учество, блин! Фу! Доброе утро! Чудовище! Что у нас на завтрак? Печеньки. Вон Дима уже одну жрет. Мисаки-кун, пожалуйста, подкинь мне стул. Ха, окей. И... На, короче. У меня аж печенька упала. Печенька! Дим, прошу, вылезай из-под стола. Это неприлично. Печенька! Дима, я тебе испеку новую. Даже лучше старой. Чё, рели, что ли? О, печенька на моём пузике! Мистер Усами, что вы там ржёте? Сходим сегодня погуляем? Угу. Выплюнь каку. Значит, я с тобой гулять не пойду. Фу. Ты ее хотя бы потушил? Дом весь полез, туши быстрее. Угу. Молодец. Из рук своих ты не выпускай. Не выпускай. Ведь лишь со мною. Зацвел, но шипы у него не сильнее тебя, им нужен ты. Защищать кроху от всего. И чем больше понимаю, на что ради меня ты идешь, сколько слез это стоило, я это знаю. Чем сложнее тебя я так увидеть хочу, и снова вспомнить, что я не одинок. Саги-сан, не увлекайся, пожалуйста. Мурчала, курчала. Пошли одеваться. Мы ушли. Удачи, Мисаки-кун. Она тебе понадобится. Дима, дай печеньку, пожалуйста. Усаги-сан, тебе даже было лень убрать кровать? Угу. Ой. Усаги-сан, не надо, пожалуйста, отцепись ты. Я хочу Мисаки.
Эй, я блюдок, ты что, заговорил? Угу. Что ты делаешь? Я? Даже не знаю. Ты что, притворялся, что ли, что ты не умеешь говорить? Не умею, а потерял голос. А сейчас он восстановился после твоего поцелуя. Не ври мне! Ты такой мой милый. Ну ты отпусти меня! Сагисан, прошу, давай потом, после гулянки. А почему не сейчас? Я не хочу. Я хочу на улицу. Ладно, хорошо, пойдем на улицу. Тяба, я могу посмотреть, как ты одеваешься? Ага, можешь. Что? Ах ты извращенец! Я сейчас тебя никогда не можешь без своих пошлых шуточек. Узаги-сан, ты извращенное существо. Ясно? Мисаки, что? Ты не заметил то, что ты меня завалил? Не-не-не, гуляй. Боже мой. Все за тебя, чему за меня? Я-то что сделал? Вечно ты пристаешь ко мне. А что там такого? Я же твой парень. Что? Кто тебе это сказал? Тебе напомнить мою в школе? Я люблю тебя, Усаги-сан. Так, ты почему без шарфа? Живо, надень его. Забавляешь. Я потом с тобой ухаживать. Хотя я вечно это делаю. Живо, давай, хватит заговаривать мне зубы. Надень. Что? Надень мне его. Я не умею. Ой, давай не ври. Я правда не умею. Ты хоть что-нибудь умеешь? Да. И что же? Целовать тебя. Отлично, объяснение и отмазка. Все, спасибо, Мисаки-кун. Да пожалуйста. Усаги-сан на улице. Бесишь. Догоняй. Иди сюда. Ля-ля-ля-ля-ля. Ах ты ж блин. Ю-ху-ху. Так, сейчас спрячусь. Теперь точно не найдет. Все. Где же может быть Мисаки? Маленький ребенок. Так, если он может быть тут. Усаги-сан. Привет. Поднимай меня. Не умеешь ты прятаться? Конечно, будто ты хорошо умеешь. Что холодновато становится. Ну да, очень. Эй, идиот, зачем ты взял шаров? Зачем ты это сделал, чтобы было теплее? А идея неплохая. Мисаки-кун. С тобой тепло. Ну да. Мисаки.